гости и подписчики моего канала. Всем привет. Мы с Максом снова по традиции, снова в машине после рыбалки. Решили... Снова возвращаемся домой. Да, снова возвращаемся домой. Решили немножко рассказать, как мы провели этот день. Значит, ловили мы судака. Все тем же способом, практически теми же воблерами. Но есть немножко отличия от других рыбалок. И сегодня уже были новые места с судаком. Ловили, естественно, и в старом месте. На него заходили, пробовали. Вот. Но некоторые закономерности сегодня по цветам были. Вот полдня работала кислота преимущественно. Вот. Вторую половину дня работали натуральные цвета. И ни в какую, как мы ни пытались другие расцветки ставить, они просто не работали. Вот. Неплохо показал себя сегодня с самого утра. Воблер Дуо, Реализ 120. Вот. У Макса, что у тебя? Варуна работала тоже. Нет, Варуна. Да, но больше всего работал Реренж. Реренж в кислоте 110 очень неплохо. У Макса сегодня, да. Это, наверное, фаворит вообще сегодняшней рыбалки. Вот. И самое интересное, что у нас было сегодня, это все есть видео, вы посмотрите. Вот. Поэтому, если увидите на видео старые места, что мы там стоим, ловим, то есть это ничего не повторяется, это все новое. Поэтому сразу не переключайте. Буду там дальше и места, в которых мы еще там не ловили. Самое интересное, что у нас сегодня произошло, это был пойман судак на 2,5 килограмма почти с утра. Ну, грубо говоря, да, пусть так. У него на голове были травмы, уже они зарубцевались. Вот, но он нам запомнился, и мы его взвесили. И когда мы его отпустили, этот же судак клюнул у нас вечером. Правда, уже на другой воблер. То есть в том же самом месте. То есть мы его отпустили, он пришел, стал себе домой, грубо говоря. Вот. Ну, в общем, такие вот дела. Забыл, что его словили и по-новому клюнул. Да. Поэтому, в принципе, рыбу, которую мы отпускаем, есть шанс, что она нас клюнет даже сегодня. Вот такие вот дела, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кому не понравилось, можете ставить дизлайки. Колокольчик. Делитесь видео. Задавайте вопросы в комментариях. Обязательно ответим по возможности. Ну, естественно, есть вопросы, которые задают о том, где ловили. Это, ну, я считаю, это вопрос не к нам. Вот. Там, кто знает, кто нас там видел, к примеру, да, и это одно. А так я не распространяю места, и Макс тоже противник этого. Вопрос другой, как ловили, на что и так далее. Все есть видео, если что непонятно, задавайте вопросы. Это уже другая тема. Она, думаю, будет более интересна. Ссылочку на канал Максима, как всегда, оставлю под видео, потому что мы с ним рыбачим. Заходите, у него тоже очень много интересного на канале и о крупных приманках. Много толковых видео снято, поэтому... Всем пока! Кинуть этого хлебушка с солью. Вот мне что нравится, с Johnson Baby не прилипает шнур. То есть он... Выброс нормальный. Ну что, не намерзает? Нет, это я не к тому. Я к тому, что автомобильные эти силиконовые спреи. Не нравится. Липнет все. Рыба. Ай, сошел. Флешпоинтер? Флешпоинтер. А сам говорит, на Москва доловишь. Вот тебе, пожалуйста. Ну вот первую поклевочку я уже заработал. Была поклевка 100%. Была, может, поклевка. Щука, нет? А? Щука, может, нет? Нет, не щука, была похожа на судака. Ну такая, тюк.
Рыба? Я вижу. Багряная, походу. Наверное, багряная, да. Багряная как-то ты... Как-то провел и да. потом зацепилась. Угу. Ну, по крайней мере, мы ее увидели в охоте. Нет, так это понятно. Что это, судак? Судак, походу, атаковал. Похоже, как судак. А что мне воблер не вспрыснул в это? Сейчас, сейчас, сейчас. Слушай, он такой не беды, да? Ну. Давай, подожди. Отличный судак. А! Тихо, в руке? В руке сидит? Да. Вот за что. Не такие и острые. Так за счет того, что острые, они и вылезли. Что там? 2500. Ну, 2490. 2500. Хороший судачок, 2,5 килограмма, да? Ну. Давай фоточку. Подожди, подержи его. Сейчас я телефон достану. А что у него с головой, посмотри. Не знаю. Какой-то подертый весь, и как под винт кому-то попал. Может быть. Слева вот там, где надписи. И дай ему сработать. Ну, как я говорил, предпочитаю рыбу брать честно пойманную. Этот забагренный идет гулять дальше. Все, теперь мне не надо, чтобы ты тягал, пробовал. Сматывай спиннинг и садись, пей чай. Условия. Спакли? Да. Красавчик. Показывай, куда я буду. Валера самый главный воблерист вообще. С чего ты это взял? Блин, это ты? Ну, это фото на память. Естественно. Можно взвесить ради прикола. Сколько? Полтора, короче. Полтора килограмма. Даже чуть больше. Кило 515. Больше за счет не сюда. И у тебя, а кстати, у тебя на кислоту клюнул? Да. Ну, вот видишь. Хорошая. Я как раз стоял на тебя, смотрел, как ты проводку делал, и ты такой тадух. Я думаю, у меня в кадре получится нормальный кадр. Я твою проводку срисовал. Сегодня новый фаворит, походу, у нас. Я думаю, что тут больше, наверное, проводка. Тихо, пацан. Еще ближе ко мне, я не достаю. Красава. Фото на память, еще очередной.
полю это. Полю рыбу. Так вот. Камеру забыл включить. Камеру забыл включить, но включил уже после поклевки. Давай небольшую фото. Давай. Сегодня походу блин не хватает. Ну как видишь, кислотный день. У меня не. Красавцы, дай засниму красавцу. Ну вот, Макс. Друзья, мы поменяли место. И все работает. Вводи на левую сторону. Помочь тебе? Это точно. Это точно. Смотри, что-то его бахнуло или что это? Птички поют уже. Весна не хочет никак приходить. Лещ? Макс, там все нормально, наверное. Давай на ту сторону. Я думаю, там судак, нормальный судак. Давай сюда выводи. Тебе помочь? Не спеши. Судак хороший. Ну вот Максимка что-то там вальнул. Сейчас будем ему помогать. Хороший. Ну, тем не менее. Давай, палку. Он здесь. На волоске. Не, он там за хребет еще. Все. Он по-любому гнался, я уверен. Нет, так естественно он атаковал. Но опять кислота, видишь. Я вот хотел только поменять. Что? Говорю, опять кислота. Сегодня, блин, я уже это понял. После моей первой рыбы, да? Да. Я вижу. Поклевка, да, была хорошая? Да, ну, была. Красота. Красота. Щука может, нет? Далеко. Далеко. Блин, на выбросе, ребята. Ну, поклевка. А ты хотел уходить. Палку вниз. Нормальный судачок, слушай. Нормальный такой полторашник. Да, хороший, реально хороший. Я его пёр как этого, как маленького. Привык щук на нарочил упасть. Такой вот он, ребята, воблерный судак. Понравится. Буль-буль. Да.
казаки. 5. Да. Нет. Да. Во рту приманка. Ну да, он еле-еле взял. Смотри. Так поперек взял, смотри. Ну вот, друзьяки. Только поймал леща, сразу вот дудачок такой. Красавчик. Че, Макс, фото? Ну, я угадал с приманкой. Багряная, походу. Нет? Все нормально. 9 марта. Я снимаю. Валеруна сработала. Да. Видишь? Выводи на левую сторону. Красавелла. Если Макс склад ближе подведет. Да, хороший Макс. О. Видишь, поперек вот он. Двушка есть. Закон. Точно. Ну ты же смотри. Один и тот же судак, он ребята. Он весит 2450. Нет, он весит 2500. 450, он чуть-чуть не дотянул до 2,5, мы его сейчас взвесим. Это он. А это он стопудово. Это он только взялся. 100%. Вот смотрите, ребята. Вот у него такая вот хрень, да. И мы его уже видели. Вот эта это, вот фигня. Вот это материал видели. Для съемочки, да? Это судак, которого я утром забагрил. Ну. Мы сейчас посмотрим. То есть мы его здесь отпустили. Да, мы его здесь отпустили, и он здесь в течение дня клюнул. Это капец. Это 100% он. Значит, ребята, надо по-любому отпускать рыбу. Да. Брать рыбу только надо... столько, сколько сможете, да, съесть. Давай посмотрим, где он. Где он забагрен. Капец. Был. За спину он был забагрен. За живот. За живот. А, да, точно, за живот, да. Ну вот, похоже, как... Ну... Блин, он реально крутой судак вообще. Давай взвесим. Ну, он весил 2450. Мы еще посмотрим потом. Сейчас, если он одинаково весит, мы вспомним точно, сколько он весил. Да. Ну, закрой, видео, это ж есть. Закрой тело. Это ж видео есть. Видео есть, да. Цепляй. Два 475. Ну, клейку съел. Да. Все. Это вот. 100%. Просто капец, Максим. Отпускай его на ту сторону. Сфотку давай. Так ты же уже сегодня с ним фоткался. Ну и что? Второй раз попался. Ребята, обязательно надо отпускать рыбу для того, чтобы эту рыбу дарила. Пошел. Но он, походу, просто кататься любит. Он, походу, его дедушка таксистом был. Давай, пяточину. И с этой же точки был пойман. Да. Так отпускали мы-то его здесь. Да. Дай тряпочку. О, вот такая вот бывает иногда, ребята, рыбалка. Увидеть одного судака дважды за день. Я смотрю, что такое, знакомые лица, блин. Прикольно. Даба. Тихо, тихо. На левую сторону. Хороший поход. Хороший. На ту сторону лодки. Видишь? Говорили. Сам справишься? На мишени. Ага. 90 зона. Ну, видишь, более легкая добыча. Да. Вот и 10-я рыбка на сегодня. Да, это наша. Блин, где тогда? Так он, да. Там в шахте. Не. Не в шахте. Да, он поперек хапанул.
помочь? Сейчас. Его расперло, как сделал. Не тот же хоть самый. Это вообще был. Боишься, что он нас преследовать будет? Да. Ну так-то мы уже к тому результату подбираемся. Ко второму, да. 15 штукам. И отправляется во свояси. Хорош, нормально порыбачили, я считаю. А вы как считаете, Максим Геннадьевич?